Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Давненько мне попал в руки вот такой вот указатель тахометра Т204. Это судовые тахометры, предназначенные для измерения частоты вращения колен валов основных и вспомогательных дизельных установок, всех различных кораблей и катеров. Комплектовались они датчиками Т45 и Т204. Т45 подразумевал подключение одного указателя, Т204 был рассчитан на подключение двух таких указателей. Диапазон измерения от 400 оборотов до 3000, но шкала тут получается до 10000, я думаю, что он может и больше измерять, может быть с меньшей точностью. К сожалению, таких датчиков у меня не оказалось, не попали в мои руки. Зато есть вот такой датчик ДТЭ-1. Я его подключил к данному указателю, и сейчас посмотрим его работоспособность. К сожалению, не могу, не с чем просто сравнить, насколько точно он показывает с этим датчиком. То есть это будет чисто проверка его работоспособности. Сейчас попробуем его покрутить дрелью. Малая стрелка здесь показывает 1000 оборотов, цена деления 200 оборотов в минуту. А малая стрелка показывает, значит, у нас сотни оборотов в минуту, с ценой деления 20 оборотов в минуту. Стрелка на 0 не вернулась, потому что прибор находится в горизонтальном расположении. То есть для того, чтобы стрелка нормально возвращалась на 0, вам нужно установить строго вертикальное положение. В общем, вот такой вот незамысловатый тахометр. Много где он применяется, часто встречается. Жалко, что нет основного датчика, именно предназначенного для этого тахометра. Можно было бы снять более полноценный обзор. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо. 73.